27 октября расписание пресс-релизов будет очень коротким. Однако эти данные также могут стать потенциальными драйверами рынка. Давайте узнаем больше. Первые данные мы получим в 12:30 по Гринвичу. Предварительная оценка по росту ВВП США в третьем квартале. Потенциал роста ВВП во втором квартале удивил рынок. Такая восходящая динамика в основном была вызвана более высокими расходами потребителей и бизнес-инвестициями. Но, как и в случае с другими недавними данными из США, сезон ураганов может повлиять на рост этого квартала. Вторая публикация, и она же последняя, это итоговые данные по индексу доверия потребителей от Университета Мичиган. Согласно предварительной оценке, индекс находится на самом высоком уровне с 2004 года. Однако в отчете говорится о том, что потребители не ожидают сильного улучшения в дальнейшем. Это был обзор основных новостей экономики на пятницу. Завтра мы представим вашему вниманию экономический календарь понедельника. На сегодня все. До скорого.